Впервые в России состоялось расширенное заседание Комитета международного делового конгресса. И впервые в нем приняли участие более 160 российских и иностранных гостей. Тема конференции – белая металлургия, будущее трубопроводного транспорта. Мы на сегодняшний день обсудили вопросы, связанные с применением современных технологий в области транспорта газа. Вот. Этот комитет прошел, будем говорить, в знаменательное время. Мы празднуем 75-летие поставок трубопроводного газа. То, что Челябинский трубопрокатный завод стал площадкой для заседания международного конгресса, весьма символично. Именно в цехе высота 239 здесь 8 лет назад в противовес черной появилась белая металлургия. Современное производство, технологии и высокую квалификацию персонала отметили участники конгресса. Это прекрасная возможность для компании ЧТПЗ показать себя, услышать мнение о своей продукции и услышать то, что требуется в будущем нашим партнерам для того, чтобы провести очередную реконструкцию своего предприятия. Как именно создаются российские трубы, сотням гостей не просто рассказали, продемонстрировали наглядно. Представителей крупных международных компаний увиденное впечатлило. Мила Янкина, Юлия Анфалова, Владислав Шишмаренко, СТС, Челябинск.